Обратно не пройти. Мы будем искать другой путь. Ну вот нам отлично подсказывают, как нам нужно спускаться вниз. Ага, открылось. Открылось. Замечательно. Так, здесь прыжки. Зацепились, отлично. И теперь вот сюда. Все, мы с вами внизу и готовы двигаться дальше. Эй, если хочешь поискать где-нибудь в другом месте, сейчас самое время. Ну да. Слушай, так или иначе, именно твоя репутация обеспечила тебе эту работенку. Да и деньги тебе наверняка нужны. Это да. Если честно, очень приятно для разнообразия. Там повстанцы. Да ладно, ты не парься. Не будем даже, в принципе, с ними связываться. Так, едем сюда. Так, теперь сюда. Короче, вернемся к беседе. Да, ну так вот. Если честно, очень приятно для разнообразия поработать с женщиной. И не говори. Нас мало в бизнесе. Ну, один торговец оружием хотел пообщаться с главным. А узнав, что главный — это я, решил все отменить. Ага, и ты что? Ноги ему сломала. Ух ты! Погоди, ты не шутишь? Я просто вношу ясность. Ух ты, Рос, это босс. Это просится на визитки. А ты не можешь? Секунду. Ну что, давайте будем забираться со мной, полезешь? На эту башню. Я покараулю машину. Здесь закрыто. Блин, везде закрыто. О, может быть, здесь. Теперь да, наверх. Удастся. Теперь забраться наверх. Так, ну тут также понятно то, что нам придется цепляться. Давай, зацепились и понеслась. Подтянулись. Аккуратно. Все нормально? Пока вполне. Пока что все путем. Блин, опять придется зацепиться. Ну ладно, ничего страшного. Ты все пропускаешь. Подтягиваемся и добрались. Еще и добрались. Чуть-чуть. Да. Ура! Ух ты! Ну что, давайте посмотрим. Сразу. Как удобно. Надо было сюда раньше забраться. Ну, бывает. Ну, бывает. Ладно, ничего, в принципе, страшного. Заметочки сделали. Открываем следующие ворота. Хорошо, там мы с вами были. Хорошо, что я не полезла туда в одиночку. Глянем, что за дверью с топором. С этими статуями разобралась. И, наконец, дверь с луком. Веселенькое восхождение получилось. Да, и посмотрите, здесь мы с вами открываем... Ну, сами, точнее, двери открываются во все стороны. Ух ты, ты посмотри, может быть, сейчас куда-то в интересное место с вами доберемся. Ого! Надо было найти кнопку, а потом лезть наверх. Да, ну, значит, получается, история предполагает то, что сюда мы с вами должны были забраться, наверное, перед тем, как посетили все те самые места.
Ну что ж, в таком случае, друзья, мы с вами тогда отправляемся к тем вратам. Они указывают на все те руины, которые мы уже осмотрели. Ну, хоть пейзажем полюбовалась. Очень красивый пейзаж. Да, пейзажи там действительно красивые. Как я говорила, или ты говорила, а о чем это? А, ну да. А ты не можешь просто уйти, продать компанию? Я в этом всю жизнь. У меня нет выбора. Да ладно, выбор всегда есть. Итак, почти с вами доехали. Все необходимые действия, надо полагать, для того, чтобы открыть эти врата, красиво мы сделали. Здесь. Да, здесь ты очень красиво. Раз в Индии? Да. В нашей работе мало преимуществ. Путешествие одно из немногих. Где ты бывала? Спроси, где я не бывала. Я-то спрошу, ты ответь. Ну, я не была в Штатах. Правда? Ну, я охочусь за старыми штуками, а Штатам каких-то 300 лет. Ну да. А ты? Где бы ты хотела побывать? В Исландии. Хороший выбор. Там красиво. Там тихо. Вот так? Идешь? Да, иду. Как красиво. Сколько времени могло уйти на такую работу? Годы. Десятилетия. Хайсельские каменотесы были мастерами. И военачальники тоже. Ну да. Наверное, это сделано в память о победах над персами. А они были сильны. Это да. Но недолго. Ну, тем хуже для них, да? Знакомый рисунок. Этот рисунок совпадает с тем, что на диске. И что это значит? Не могу сказать. Но, наверное, стоит попробовать. Танцуем? Хоть этот не сломай. Дерзко. Что это? Вот это неплохо. Такого я не ожидала. Готова? Да. Просто залюбовалась. Вот и центр Халибиду. Последнее место хранения бивня Ганеши. Красиво. Что? Что-то я не вижу между двумя статуями Ганеши никакой дамбы. Водопады размыли. Как туда попасть? Погоди. Да, корона. Это не от ветра. Ты права. Это была сторожевая башня? Здесь и вошли персы. Я об этом городе так много слышала. И вот вижу его своими глазами. Сфотографируй. Отправишь отцу. Это мысль. Что, он не умеет пользоваться интернетом? Ну так напечатаешь и лично покажешь. Этот поезд ушел больше 20 лет назад.
Слушай, о, нет, нет, ничего, ничего. Ну что, Халибиду ждет? Да. Идем. Глава 5. Великая битва. Глазам не верю. Представь, сколько в это вложено работы. Каменщиков, инженеров. Да. И работа их до сих пор жива. А их самих уже нет. Королю стоило думать о защите народа, а не хвастаться перед врагами богатством. Наверное, вот сюда. Блин, нет. Ошибочка. Хотя почему нет? Можно попытаться спрыгнуть, но что-то мне кажется высоковато. Да, вот сюда спрыгиваем. Аккуратно. Так, мне показалось или нет? Нет, здесь у нас сокровище. Ура! И как будем добираться до короны? Вертолета нет? Дома забыла. Жаль. Ну, значит, придется лезть. Ну, раз придется, так придется. А, вот здесь понятно, как мы с вами поступим. Ну, готово? Раскачались. Так, теперь нужно раскачаться в другую сторону. Давай, вот сюда куда-нибудь. Так, и куда теперь? Ищи, где подняться. Смотри, под водопадами видны какие-то сооружения. О, точно. Так, а как нам подняться? А, подняться вот здесь можно. Ну, полезли. Не получается. Хотя почему нет? Получится все. Так, снова таким же образом и на самый верх. Так. Так, 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 так. А, нужно разогнаться. Ух, блин. Блин, а падать пришлось бы высоковато. Так, давайте попробуем вот здесь тогда сейчас. Давайте еще раз. Разогнались. Блин, еще один. Извините. А дальше? А, дальше вот сюда. Сюда. Так, что-то здесь как-то... А, нет. Все нормально. Давай сюда. А это безопасно? Ты все время спрашиваешь, и каждый раз я честно говорю, что нет. О, черт! О, обалдеть! И это, кстати, совсем не безопасно. Видела? Назад-то залезешь? Да. Ты иди, я догоню. Так, нужно развернуться. Хлоя. Хлоя. Нам нужно... Как теперь заставить ее развернуться? Так, подожди, давай вот сюда. Вот так. Раскачались. И прыжок. Нормально. Давай, помогу. Ну, спасибо Ничего, тебе. Справлюсь. А, справиться? Залезай. Ну, если ты очень просишь. Да нет, не прошу. Ты говорила, Ганиша, сокрушитель преград. Он поставит перед тобой преграды, если она тебе на пользу. Поэтому он покровитель Халибиду. Еще он бог удачи. Тот, кто дарует успех и процветание. Ясно. Это круто. Офигеть. Офигеть. Посмотрите, как здесь живописно. Ну ладно, у нас есть очень даже конкретные задачи. Так, подожди. А куда? А, вон, кажется, вижу, куда нам нужно раскачаться. Так, посильнее. Фух, блин, что-то стрёмно было. Ух ты! Класс! Весело? Самое безумное в моей жизни. В хорошем смысле? Не определилась.
Так, что-то, по-моему, здесь. Давайте-ка глянем. Что-то не могу понять. А, вот сюда теперь. Окей. Офигеть. Нет. С первого раза было как-то стрёмно. Не, это полная жесть. Они, конечно, такое здесь исполняют, что молодец, повторить просто, наверное, нереально. Молодец, буду, когда до короны доберемся. Странно, что нет Осава. Он где-то рядом, но наверху не столкнемся. Почему? У него духу не хватит сюда залезть. Ну что, надо полагать, почти добрались. Вроде я вижу, откуда можно добраться до короны на веревке. Спасибо. Забирайся быстрей! Сползаю! Фух, спасибо тебе. Это было и правда опасно. Ну как? Впечатляет. Ага. Ну? И как теперь слезать? Так, мне кажется, очень просто. Теперь нам нужно в прыжке зацепиться, да, получается? Ну, давай так и сделаем. Аккуратно. Так, подожди. Еще разочек. Посильнее. Так, теперь. А, вот теперь вот сюда можно схватиться и поднимемся почти уже. Ну, фактически, получается, до места мы с вами добрались. До короны. Ладно, тут вроде попрочнее. Не сглазь. Понятно. И персы любезно проделали для нас вход. Ого, неплохой выстрел. Видно, у персов был трибушет. Трибушет? А нельзя сказать катапульта, как нормальный человек. Трибушет — это тип катапульты. Может запускать тяжелые снаряды вроде этого на дальние расстояния. Да? Тебя этому в армии учили? Это я в Википедии посмотрела, как нормальный человек. Готово? После. Поразительно. Наши друзья. Парашурама и Ганеша. Друзья? Они тут сражаются. Индуистские боги всегда сражаются. Если не с демонами, то друг с другом. Как-то нечестно. Ганеша без оружия. Ну, ему так больше нравится. Спокойно. Так, вижу сокровища. Мне это все прямо в горе высекли? Похоже на то. Блин, хотел посмотреть сокровище, ну ладно. Тогда уж до следующего сокровища. Они забаррикадировали дверь. Не помогло. Видно, не ждали, что персы свалятся им на голову. Казалось бы, за два нашествия можно было подготовиться ко всему. Они просто вообще не ждали поражения. Итак, нам с вами нужно найти какой-то проход. И кажется, я нашел этот проход. Давай, Надин. Пойдем. Сюда. Я за тобой. Смотри. Оружие. Ты была права. С
со мной бывает. Это все персы? Думаю, тут и персы, и хайсальцы. Первая линия обороны. Вот это уже что-то. Эй, тут еще одна дверь. Посмотрим. Ух ты, даже работает. Ну вот. Да будет свет. Тут как будто склеп. Индуисты склепов не строят. Усопших они чаще всего кремируют. Красивая церемония. Антиишти. На санскрите – последняя жертва. Жертва? Тело – это сосуд, данный на время. И его надо вернуть, освобождая место другим. Это красиво. А этим не повезло. Эй, забирайся! Ничего себе. Боже. Здесь была последняя битва. О, но империю они не спасли. И пусть. Нам же лучше. Вот и вход. Надин, помоги этого сдвинуть. Ага. Давай, парень. Вот так. Извиняюсь. Пардон. Мы близки к цели. Только бы ближе, чем эти парни. Так, ну вон там проход у нас. Ну что, знакомое устройство. Только бы оно не пустило сюда тонну воды. Что-то новенькое. Что это такое? Могу предположить, что это какой-то механизм, открывающий ту дверь. Итак, посмотрим налево. Шива дарит Парашураме топор, а справа герой Парашурама отсекает Ганеши бивень. Стоп. Топором? Да. Тем самым, который ему подарил Шива, отец Ганеши? Ну да. Ну и жесть. Отцы и дети. Давай, попробуем открыть дверь. Так, давай попробуем открыть. Ну, здесь нам придется взаимодействовать вот с этими объектами. Пьесы. И здесь нужно, получается, тени нам расположить. Так, подожди, вот это вот. Вот это что у нас? Сейчас сделаем немножко по-другому. Ну-ка, глянь. Давай-ка вот сюда. Так, отлично. Так, вот это меня. Переместим, наверное. И его тень тоже. Сейчас, подожди, вот это переместим. Попробуем так. Край. Отлично. Тень давай-ка почти сюда. Совпала. Это хорошо. Дальше что? А, так блин, подожди, нам еще нужно, чтобы одновременно вот на этих двух... Требуется, чтобы одновременно у нас на двух сторонах были одни и те же тени. Ну, не одни и те же, а... Совпадали. И давайте думать, как будем поступать здесь. Так, ну вот тут. Вот тут, мне кажется, все может быть даже очень просто. Хотя, по правде говоря, не все так просто. Так, отойди-ка. Отойди, пожалуйста. Я, кажется, поняла. Тени совпадают с картиной на стене. Да. Попробую расставить их по местам. Это даже весело. Ну, может, практически у нас получилось, но теперь нам надо заняться вот этой стороной и поменять, получается, что местами? Хм,
Очень странно. Так, тогда... А, все понятно. Так, в таком случае... Вот эту часть нам нужно передвинуть вот сюда. Для этого, друзья... Что мы сделаем для этого? Так, делаем следующим образом. Вот так. И теперь вот так. А если так? Да, ну окей. Так, только проблемка у нас вот теперь будет вот с этим. Потому что на середину просто так... Блин, не получится! Не получится нам на середину передвинуть. Ах ты, блин, ты посмотри. Нет, не получается. Так, вот это нам нужно передвинуть. А, ну подожди, все нормально. Вот это передвигаем вот сюда. Сейчас даже сделаем проще. А теперь? Теперь на центр. И этот до упора. Нифига они здесь загадку намутили. Да, молодцы. Да, все получилось. Так что мы с вами можем идти дальше. Сала и тигр. Ну вот. Скрестим пальцы.